перед начищенной кожей мы клеим трафарет. У нас будет вот такое вот появление пятнышка. Немножечко сюда. Дело в том, что у нас еще есть настоящая перепаплина. И мы будем по цветам стараться делать, как здесь. Значит, клеим на черный. Закрепляем все детали. Этот трафарет, он на резиновой основе. Он считается многоразовым. Поэтому его можно отлеплять, прилеплять и по новой. Вообще, если у меня синий еще трафарет, нужно было на синий попробовать. Так, клей уже подустал. Я кидаю его в воду после того, как я поработала этот трафарет. И он очищается. Намазываем тонким слоем, потому что толстый слой может быстро слезть. Он может зацепляться. Трафареты. Их очень много разных. На разные темы. И место. Просто насыпем сюда немножко синего. Сверху мы насыпаем вот такого вот зеленого. Очень красивый цвет. И вокруг. Вокруг синего. Мы присыпем зеленого. Он сразу прилипает к клею. Так. Еще у меня есть другой зеленый. Вот такой зеленый. И мы уже будем посыпать на перышек. Наметающими движениями. К центру. Стараемся не касаться кисточкой клея. Значит, кисточка у нас запачкает все. Делается быстро. Если сравнивать с нашим перышком, то будет почти похоже. Но если постараться, еще можно и такую контурочку тоже сделать. Но тут нужно много всяких зеленых цветов. Павлин, Павлин. Как он? Я же не вижу. Да? Красиво. Вот такая вот перышка. Получилось у нас зоня бикини.